Министерство строительства Белгородской области сообщило подробности возведения инфекционной больницы в Старом Осколе. Сейчас здесь завершаются работы по монтажу каркаса, кровли, локальных очистных сооружений. Установлена наружная сеть электроснабжения. Ведутся бетонные работы по фундаментам вспомогательных зданий, в том числе пожарных резервуаров, КПП, автомойки. Подрядчики приступили к возведению внутренних перегородок и потолков из сэндвич-панелей, переходных мостиков по всем корпусам и установке алюминиевых витражей.